хороший денек, мы едем в Лорино, вот проезжаем распады, где горячие источники. От поселка Лаврентия до Лорино около 40 километров хорошей грунтовой дороги. Сентябрь, восточная Чукотка, тундра становится все ярче и ярче. В поселке Лорино живут оленеводы и морские охотники, морзверобои. Собачья упряжка. Вот это да! Маленькая байдарка. Обшивку больших байдар делают из моржовой шкуры, а вот эта байдара сделана из шкуры лохтака. А сколько она весит? Ну, грамм 16. 16? Экскурсию по поселку для меня проводит Алексей Оттой, глава морзверобойной бригады. Челюсть кита. Вот это да. Вот она огромная. Вот он качает, видно? Да, полно. Это там, где... Подъедем, поднимай. Там, где кита разделывали. Там уже нету никого. Мы разделали, видишь, чистим. Да. Чайки нового кита ждут. Дай. Ну, много у нас чай. Пройдет в том районе мало, потому что они их кушают. Вот это настоящие байдары? Это спортивные. Спортивные? Для соревнований? Да. А что, на них на охоту не ездят, да? Только для соревнований? Да. Сколько человек гребет? Команда. Семь? Да. То есть вот это покрашенная шкура, да? Да. Ну, смотрите, они покрашены. Угу. Сколько весит байдара? У нас их 6. И сколько она весит? Весит, не знаю, было бы 6 килограмм. Тяжело. Вон вес стоит, которая шкура. А сколько же шкур идет на нее? Смотри, здесь шов. Две шкуры? Две моржовые шкуры? Ну, мы их пополам расстроили. Да, чтобы сделать лодку, моржовую кожу одну толщиной в 6-7 миллиметров расслаивают надвое. Вот тут релевой, там шестеро гребут, тут труд. Угу. На них гребут юноши, женщины. То есть у вас зачет в нескольких категориях? У нас команда 84 человека. Сколько? 84 спортсмена. 84? Из них 28 мужиков, 28 женщин и 28 юных команд. Понятно. А где соревнования проходят? А в этом году в Правобедском районе был. Чапкино был. Ну и как? Выиграли? Да. Да? Молодцы. Все призовые места у нас. Ого! Ну а сколько мы уже гребем? Вон весло по тяжести попробовать. Ого! Какие мы весла! Мы видим и гребем. То есть весла распашные. Сейчас попробую. Так. Да, так, ничего. Весит, наверное, килограммов 7-8. Сколько? Да, примерно. Ну да, обычно уключенная вставляется, деревянная, узкая лопасть. Это экспериментально, да, только на той неделе пришла. Еще документов нету на меня. Разрешение уходить в море, а мы так кушать. Попробовать. ТДМБ, как еще раз? 580. ТДМБ 580. Такие лодки. Понятно, на них охотятся. Когда он с берега нерпу добудет, у него там крючки специальные.
Он подплывает, цепляет его и тащит до берега. По волне хорошо идет. Да? А зимой, когда мороз, суга, ты вытащишь, она его прихватывает, потом специально такое приспособление, его отряхивает, и все спадает, и она прихватывает. Надо же. Настоящая рабочая байдара. Никогда не думала, что мне удастся кататься на настоящей. Не торопись. Вот. Поделайте сами. Как-то поделайте. Чуть-чуть бок у вас. Попробуйте сами вот так вот тело делать. Вот. Только не напрягайтесь. Не напрягайся, расслабьтесь. Вот. Устойчиво. Легче довести вот так. Давай, давай, давай. Там мелко. Не торопитесь, потом быстрее пойдете. А пока я каталась, неожиданно пришло сообщение от наблюдателей. Увидели моржей. Моржи. Не теперь получим. Да, если хорошо грести, она очень быстро идет. Ты поставь к нам, Паина. Во-во-во. Ну, классная лодка. А ты попробуй быстро. Не надо. Не, а тут мило, хорошо. Здорово. Дозвонишься. Сейчас на моржей нападем. Отлично! Во. Сейчас на ту лодку там садится, едет, ведет промысел. Когда нет куда будет, он снимает, снимает. Надо же, даже на нартах. Он просто вот тут туда покрылся, он берет, отряхивает его, и она такая же становится. Замечательная вообще вещь, да, рабочая байдара. Вот это да, фантастика. 2.30. Ну, мы пойдем. 2.30 всего. Длина этой лодочки. На моржей пойдем. 2, 3. О, шкура. Поворот и гарпун. А он разный для моржей, для китов. Сейчас заметили в море моржей, и мы идем. Или как их, они охотятся. Мне куда сесть, чтобы не мешать? Нет, там. Где сидеть, да? Не просто готовишь. Второй где? Сейчас я это беру. Вот так, совершенно неожиданно я попала на ход. Только жизнь не падает, а мы быстрая, очень скорость большая. Хорошо. А лучше назад идти. Назад? Помогай! Ушел вон! Задницу поднимите!
пробоев каждому опытному охотнику закреплен юный ученик. Охотники высматривают, где же моржи. И только кто-то на лодке заметил моржа в каком-то месте, как остальные лодки стремглав летят в это место. Моржи тоже на чеку, они уходят от преследования, скрываются. Охотники снова высматривают зверя, с воды не всегда легко его заметить, поэтому бывает, что получают наводку с берега по телефону. Наблюдатели говорят, где они заметили очередного всплывшего моржа. Ищем, пока не видно. Кидай, эй! Кидай! 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 Кидай!
Давай. Осторожней!
не научишься. Вот это и круг детский горбуш. Это гарпун должен раскрываться. Когда морж уже загарпунен и несколько шаров поддерживают его на плаву, морга добивают из карабина. Thank you.
бортовую надо посмотреть, как будто не зажат. И на пилотник. Из туши моржа вырезают лупуны, чтобы они не погнулись при транспортировке туши на сушу. Вадим, надо под водой орехи поймать. Вот он живой. Подожди! Поймал! Какая разница? Куда ты его возьмите? Возьмите! А то утонет, будет вытаскивать! Эй! Поймай его, дырку сделай и зацепи! Потом эту разберем. Сейчас утонет! Потом будем тягать его. Цепляйся! Сейчас бы мы вам помогли. Где нам может быть переведешь, потом отсюда будет. Переведи его сюда. Зачем? Я не получаю на подтянуть. Бога тянет!
есть? Да. Пока он ловит, не так, как он лежит. Где-то сломан, здесь. Голову завязали, дело не будет. Верхи тебя потянет. Короче, есть? Ты веревку завяжи, обхвати, толкой потяните с той стороны. За ногу. Все накрученные машины. Вот он уже хватите длинной веревкой и дайте им, и они потянут. Вы одни ничего не сделаете. Подожди, Максим, иди сюда назад. Нет, вон тот вытаскивайте толпой. Ну, шарики я порежу. А? Шарики порежу. А зачем ты режешь? Мозги вытаскивайте. Веревкой обхватите и вытаскивайте. С той стороны подойдите, надо вытащить. Тукен, сними. Все, сняли его. Пока привяжите этого моржа, эй, нету, не удержи. Да, процесс охоты – это не только погоня и загарпунивание. Это распутывание веревок, вынимание гарпунов, выуживание и транспортировка зверя к берегу. Процесс разделки в тот же день. Так, в этот раз охотники добыли 5 моржей, и до поздней ночи в темноте, на холоде и ветру, при свете налобных фонариков и фар от машины проходила разделка туши. Мясо моржа используют в пищу для людей и для собак, ведь в поселке многие охотники держат упряжки. Куски мяса со шкурой килограммов на 15 заворачивают мясом внутрь и зашивают полосками ремнями той же шкуры. Получается рулет, который называется кым-гыт. Такие рулеты замораживают и зимой используют в пищу. Большие куски моржового мяса с кожей могут просто закладывать в ямы, выложенные камнем. Сверху их закрывают дерном и засыпают землей. В вечной мерзлоте, в чистом чукотском воздухе, мясо не гниет, а закисает. Кислое мясо по-чукотски дословно называется «капальхин». Оленье мясо поешь, через 5 минут опять есть хочется. От моржового супа сыт надолго, и силы будут.